В воскресенье «Энергия» в рамках 14-го тура премьер-лиги чемпионата России дома встречалась с московским «Динамо». Гости и двукратные обладательницы Кубка Европы являлись явными фаворитами встречи и с самого начала матча повели в счете. Во втором тайме в запасе у москвичек было уже 10 очков. «Энергию» подвела реализация бросков. Но мы ожидали, что соперник начнет играть мощно, потому что свежие игроки всегда, класс игроков, пока они свежие, он сказывается. Третий период начался рывком хозяек 9-2, и гостям пришлось поспешно брать тайм-аут. Но поступательный порыв энергии сбить не удалось. Третья четверть закончилась в нашу пользу 17-9. «Динамо» лишь удалось сократить отставание. Победа осталась за энергией 67-62. Безусловно, я думаю, что и все, кто пришел, доволен игрой команды. И сегодня у нас была, может быть, не было звезд на площадке, но была команда «Звезда». Настоящая команда «Звезда», которая победила соперника, превышающего нас и по именам, и по финансовому потенциалу, и по всему. Но сегодня у нас была отличная команда. Одолев такого сильного и титулованного соперника, «Энергия» доказала, что победа в баскетболе зависит не от именитых игроков, а от упорной борьбы. Следующий тур первенства пройдет 8 февраля в Оренбурге. Домашняя игра в сезоне осталась одна. Она состоится 16 февраля. Наталья Романова, РТВ Иваново.